Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий SkyWay. В этом выпуске французский производитель комплектующих устройств для железнодорожного транспорта становится партнером SkyWay. Собственная конструкция преслонно-сдвижных дверей для будущих юнибусов находится на финальном этапе разработки. Отдел BIM повысил безопасность интеллектуальной собственности компании. И в конце выпуска наша традиционная рубрика «Этот день в истории SkyWay». А теперь обо всем этом подробнее. Собственная конструкция преслонно-сдвижных дверей находится на финальном этапе разработки. Будущие юнибусы будут оснащены новой эргономичной системой посадки и высадки пассажиров, при этом существенно облегчая конструкцию. Переработана и концепция безопасности транспорта. Более десятка датчиков будут введены в систему для безопасности и комфорта будущих пассажиров. Подробности в нашем сюжете. Наш транспорт сильно выделяется относительно общедоступного. Поэтому мы имеем ряд специфических требований, в частности, компактность механизма. И далеко не каждый производитель был готов, в принципе, начать разработку. Мы взяли за это самостоятельно, потому что краткие сроки и жесткие требования вынудили остальных производителей отказаться. Вот, и мы сейчас реализуем эту задачу собственными силами. В моих руках сейчас находятся образцы передних защитных кромок, которые мы будем устанавливать в нашу дверную систему. Они представляют собой непосредственно уплотнитель, который служит для обеспечения герметичности салона от попадания влаги и сквозняков, а также дополнительно датчики. Вот эти покрупнее емкостные датчики, они могут обнаруживать препятствия бесконтактно на расстоянии до 8 сантиметров перед собой. Рядом датчики поменьше, это так называемые тактильные датчики. Они срабатывают уже непосредственно при нажатии на уплотнитель. Чем это полезно? К примеру, если дверь уже сомкнулась и между уплотнителей попал тонкий предмет, например, ремешок рюкзака или галстук, бант, он обогнется и не будет обнаружен в первый момент. Но при попытке освобождения, когда мы натягиваем этот предмет, кромки сминаются и происходит также сработка датчика. Это позволяет предохранить пассажира от волочения транспортом при начале движения. Следующим этапом будет разработка полнофункционального макета дверей для дальнейшей оптимизации конструкции. На нем будут отработаны алгоритмы функционирования системы в штатных и аварийных ситуациях. Полную версию интервью с инженером-конструктором Алексеем Кахановичем вы увидите в ближайшее время на нашем официальном сайте и канале в YouTube. Помимо прочего, один из ведущих мировых производителей комплектующих устройств для железнодорожного транспорта, французская компания Mafilec, становится партнером SkyWay. Накануне, по итогам конструктивных переговоров, были достигнуты договоренности о применении нами последних европейских решений в области светотехники и системы HMI. Теперь юнибусы будут оснащены кнопками ручного открытия дверей, что позволит существенно сократить время посадки и расходы на обслуживание транспортных средств. Мы выбрали инновационные продукты компании, кнопки, которые клеятся на поверхность стекла, то есть не требуется никакой подготовки и работают по принципу зарядки современных мобильных телефонов без проводной зарядки. То есть одну кнопку мы подключаем, а вторая индуктивным методом подключается к основной кнопке и обеспечивает функционирование. Наше сотрудничество с Mafilec говорит о том, что мы используем качественную продукцию, которая будет служить долгий срок, с которой не будет проблем. И тем самым мы говорим о том, что наши транспортные средства будут надежны вплоть до мелочей. Для соответствия требованиям европейского транспортного регламента юнибусы SkyWay комплектуются габаритными огнями, также представленными французской стороной. Приложение для контроля действий с проектными чертежами разработано специалистами отдела BIM технологий.
Опытный образец призван запоминать и реагировать на все манипуляции, проведенные с критически важной конструкторской информацией. Программное обеспечение в автономном режиме будет сохранять все версии проекта вне зависимости от того, кто, когда и по какой причине внес изменения в файл. Приложение выведет безопасность конфиденциальных данных предприятия на качественно новый уровень, а в будущем позволит использовать наработанный материал для разработки системы контроля информации об изделии для управления проектных работ. Огромные объемы товаров, которыми обмениваются страны в условиях глобальной экономики, нужно быстро и удобно перевозить. 2 года назад мы сообщили о создании нового грузового транспортного модуля «Юниконта», который можно условно назвать контейнеровозом SkyWay. Нельзя недооценивать это событие, ибо грузоперевозки — это золотая жила транспортной индустрии. И один из самых значимых сегментов этого рынка — контейнерные грузоперевозки. Текущий его размер свыше 8 миллиардов долларов США, а к 2025 году прогнозируется рост почти в 2 раза — до 14 с лишним миллиардов долларов. Напоследок заметим, что интерес к данному типу подвижного состава струнного транспорта Юницкого уже весьма заметен. Следите за обновлением официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и у вас всегда будет своя золотая жила. Строй SkyWay! Спасай планету!